Чувашии продолжают регистрировать сезонные кражи велосипедов. Чаще всего транспортные средства воруют из подъездов жилых домов или возле магазинов. Один из любителей чужого двухколесного имущества был задержан внимательными полицейскими с поличным. Подробности у Ивана Волкова. Днем 2 августа сотрудники патрульно-постовой службы заметили подозрительного мужчину, который передвигался на велосипеде по проспекту Максима Горького в Чебоксарах. Интуиция не подвела полицейских. Транспортное средство было похищено от магазина буквально несколько минут назад. И мы решили с напарником проверить. При подходе к данному гражданину, задав ему вопрос, откуда он взял этот велосипед и куда направляется, внятного ответа он дать не смог. Для дальнейшего разбирательства мы доставили его в отдел полиции. Как выяснилось, незадолго до этого молодая девушка оставила свой велосипед возле магазина, не удосужившись пристегнуть его велозамком. А когда вернулась, на месте его уже не было. Задержанный, которым оказался ранее судимый за аналогичное преступление, 41-летний чебоксарец, толком не смог пояснить, зачем ему понадобился чужой велосипед. Я прошел 20 метров как минимум, если не больше. Оборачиваюсь, думаю, будут кто-нибудь идти, не будут. Будут или не будут. Полицейские установили, что злоумышленник несколькими днями ранее также похитил велосипед стоимостью в 20 тысяч рублей и продал его первому встречному всего за 50 рублей. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, а похищенный велосипед после проведения следственных действий будет возвращен законному владельцу.